услуги. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Заклинание. Я не могу.
сражаемся, повержены! Нормально, вообще я зайти не могу. Сейчас великий чернокнижник Вильфред не... Ну, босса убили, я из тела встал, а зайти не могу. Жду. Вы только скажите, как босса завалить, чтобы я сразу зашел. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Шарацус, эритарский повелитель пылающего легиона! Должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник.
Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Орда требует справедливости. Мы вызываем Альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам, как оскорблять Орду. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герои Орды. Октарогар! Слава Альянсу! Это заклинание. Размазня! Еще не готово. Надо подождать. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу использовать эту способность. Жалкое зрелище. Нет, не слили. Не сейчас. Надо подождать. Еще не готово. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Еще не готово. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Еще не готово. Не сейчас. Беги,
Малышка, беги! Не достаю. Слишком далеко. Нужно подойти. Еще не готова. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу использовать эту способность. Еще не готова. Надо подождать. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Слишком во имя темного повелителя, во имя тебя оценили и признали ничтожество. Come on.
Альянса не выстоять даже самым сильным прислужникам короля Лича. Все славьте наших героев. Гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Че, зергаем? Станет вашей могилой. Thank you.
обещал, господин. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных.
подойти поближе. Thank you.
уже достаточно таких предметов.